Как вы знаете, я люблю снимать радуги, когда они появляются. Последнюю мы радугу с вами видели. Ой, а где ехали на поезде? Такая красивая была радуга. А сегодня радуга над пистяками. Вот как красиво и как мощно она выглядит. Давайте я ее вам поближе покажу. И я надеюсь, что эта радуга тоже нам несет радость, несет какой-то знак от Господа. Я ведь не придумываю, это же в Ветхом Завете сказано, что это с Господом связь. Господь нас так радует своим присутствием и напоминает о своем присутствии. И это, конечно, очень интересно, что человечество такой знак для себя придумало. А на улице вроде прохладно, но ребята продолжают купаться. Надо же, 13 градусов. Вот как он купается. Что вам еще показать? Давайте покажу вам храм поближе. Радуга еще не пропала. Давайте заглянем в радугу. Можно в нее заглянуть? Нет. Здесь теряется. Вот так. Надеюсь, что вас порадовала такая картинка. Такой вот у нас пейзаж. Нас там всегда радует. Кто там еще на бережку при этом мерзнет. Ну все, спасибо вам за просмотр, ну а Господу за радугу.